Всем привет, с вами Саш Чунг и Фридей. В общем, сегодня мы опять снимаем МТА, и сегодня мы поедем на дальняк через город ЛС, в общем-то. Лос-Сантос, да, Лос-Сантос, город GTA. Вспомнил. Вот. Ой, и мы поедем в песочный город Сан-Андрес, вроде бы. Ксении домой. Это песочный город, город дрифта. Едем мы сегодня на моей старой тачке. В песочном городе я ее продам по сюжету, вот, в принципе. Я купил себе, то есть я куплю себе дом, вот, и я продал почку, купил бэху. Сеня продал почку, купил себе бэху, и у него... И куплю дом еще. Да, на дом остались там маленький такой дом, но меньше моего. Мы присмотрели домик. Да, но он меньше моего, ну, как-никак, он там есть, в общем... Ну да, раз в 10 меньше. Это первая, нет, это вторая серия МТА. Все-таки открытие я буду считать как серию. В общем, сегодня мы едем продавать... мой старый тазик, который уже не рабочий постоянно, не знаю, доедет ли он вообще. И покупать себе не дом. В общем, поехали. Так, все, в общем, мы поехали. Сервер чуть лагает, ну как обычно. Так, как поехали? Он образился, что ли? Всё. Ну-ка включаем драк настройки. Нормально. Короче. Все, едем сначала туда, потом туда. F11 от карты, если что. Карта прямо идеальная карта. Можно сказать. Да, я за тобой еду, едь побыстрее чуть-чуть. Не могу, а то я побыстрее. Заниженная машина. Я тоже сейчас могу занизить. Так, в общем, все, мы направляемся в Лос-Сантос. А, зеленый. Где, в принципе? Да, право. Право. Да и... Светофор. Сегодня не по правилам. А-а. По правилам у нас будут отдельные серии. Ой. 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 Ну, бывает. Ой, как лагает. С кем не бывает, я чуть-чуть взлетел. Там туса. Туса. Слушай, не поправил. Кстати, у Сени сегодня, вот прямо сегодня день рождения, прям сегодня. Да, у меня прям сегодня день рождения. Сегодня ему 14 лет, ё-моё. Да, и мы покупаем дом на 14 лет. Саня мне подарок делает. Ты куда поехал? А куда надо? Ту-ту-ту. В какую сторону? Ну, я-то правильно поехал, ты не знаю, куда уехал. Я сейчас фиг знает, где ты. Я к мосту едем? Я к выезду из города из этого еду. Ну, к мосту, да? К какому мосту? Мост. Ё-моё, как отсюда выбираться? Я вообще не знаю, нафига я за тобой поехал, мне надо было по-другому ехать. Короче, я уже у аэропорта. Да ладно. А, ты в аэропорт едешь? Мимо аэропорта еду. А, чё, не знаешь, как Лос-Сантос ехать? Я в обратную сторону еду. Молодец. Сейчас еду к тебе. Все нормально. Ой, я слетел чуть-чуть. Чуть-чуть слетел. Так, в общем, продаем копеечку. За рубль. Так, продаем копеечку в, думаю, городе. Ты что, уже переехал, что ли? Почему? Ты в другой город проехал уже? Да, я у въезда в туннель тебя жду. Видишь, я 140 почти копейку разобрал. Ты можешь остановиться, меня подождать? Сейчас я на заправке остановлюсь, себя подожду. Я заблужусь. Одна дорога. Э! В общем, чисто выслушано. Да. Я молодец. Я же русский. Все. В общем, едем заправляться, идем пешком. Все, короче, мы заправились ракетным топливом.
О, мне нравится вот этот. У Сени в бэхе сломалась дверь. Ну, бэушная машина, что делать-то? Вот. Да просто бэушная игра. Поэтому... На пляж едем? На какой пляж? Едем... знаешь, где мэрия в Сампе? Где Голливуд написано? Нет, где мэрия в Сампе? Короче, едь за мной, я понял то, что ты нифига не знаешь. Там нас ждет чел, который заберет мою тачку. Ну как мне. Короче, мы едем дальше. Здрасте. Синял. Вот, в общем. Поворот. Это поворот. Ездок. Блин. Тут прямо все едем. Ну, короче, мэрия вот этот высокий дом. Высокий. Едем без правил, нормально, живем. Все, короче, ждем. Тут сейчас чел приедет, берет мою машину и все, и уедет. Итак, в общем, я взял себе Мерин в аренду. В общем, я продал копейку. И сейчас мы едем к Сене. Вот. Все, едем все, к Сене. Мерин не мой, поэтому едем. Нормально все. Надо как-нибудь аккуратно спуститься, конечно, понимаю, что... Главное, чтобы Сеня тебе мере не сломал. Подвеску. Ну, Сеня, он бэха хорошая, целая. Сейчас я ее починю быстро. В автосалоне. Тихо. Ну, в общем, все, сейчас выезжаем из этого города. Ищи, я не помню, куда ехать, короче. Едем мы как раз-таки не туда. Во ко мне. Нам надо ровно в обратную сторону ехать. Пивает. Упс. В общем, доезжаем до надписи Голливуд. Там у нас поворот. Поворот на мост заезжаем. Вот. И потом по мосту все в песочный город. Дерзкий у тебя Мерин, тормозит жестко. В общем, надо как-то заехать на мост, наверное, вот тут. Да, это слева, я справа. Смотрим. Этот, Мерин. Я заехал, только я на встречку заехал. Так, в общем, все, едем до конца там. От первого лица, что ли? Ну да, сегодня намерение поедем от первого лица. Сори за сообщение ВКонтакте, бывает. Не очень выглядит эта рука, поэтому едем не от первого лица. Едем нормально. От первого лица будет только самые идеальные машины, которые для этого подходят. Поэтому вот. Чё так едешь быстро под 160? 150. Почему я тебя догнать под 160 не могу? Догоняешь, почему? Все, сейчас едем до конца этой дороги и дальше. И дальше. Там будет поворот, в общем, проезжаем железнодорожный путь. Ты что, нет, нам что дальше? Хуй догнал. Нам весь песочный город надо объезжать. Так, стоп. Вот куда? Влево? Я не помню. Че, на карте? Сейчас посмотрим на карту, да. Да, нормально, все правильно, влево. Да, мы уже подъехали к этому дому. Там большой дом. За него хотят всего лишь 1 000 000 000 рублей. Рублей? Угу. Блин, тут не заехать. Конечно, на бэхе-то, наверное. Не на моей. Вот тут прямо из дороги, ё-мо. Мы, ты уверен, что мы туда едем? Да, вроде. Нет. Нет, мы не туда едем. А, нет, туда, ё-мо, мы уже проехали просто. Твой дом. Сейчас приедем, пока там Сеня будет
оплачивать, я пройду. Я вот приехал к своему дому. Я тоже приехал, почти. Я буду делать обзор этого самого дома. В принципе, вот он. Слева. Вот, в общем, все, Сеня, я тебя оплачиваю, я буду делать обзор. Кинул тут свою машину. В общем, тут кольцо, на котором я буду постоянно дрифтовать, если я на скайлайне. Тут огромная стоянка. Там, в общем, есть для гольфа лунки и всякая фигня. Но на самом деле тут я буду тестировать подвески, там вся фигня. Ну, это для гольфа, короче. Вот у Мерса подвеска нормальная, например. Все, Сань, готово. Успел, нет? Нет, нет еще. Ну, давай, делай. Короче, там, ключи. Вот нормальная подвеска тут у Мерса у этого, поэтому прикольно. Ну вот, в принципе, такой вот тут домик нормальный, вот в песочном городе. Окей, все, сейчас я не знаю, куда мы поедем. Посидим чуть-чуть у Сени дома, но в доме, и поедем куда-нибудь. Все, пока пауза. Так, в общем, сейчас мы едем с Сеней за Океанск. Это вы увидите где. Да, это самая жопа. Этого самого. В общем, едем за Океанск, потом едем, отдаем Мерс и все, думаю, на этом мы закончим. Все, Мерс я взял на 3 суток, на 3 суток, теперь мы выезжаем отсюда. Вот. А, уже? Так. Тут еще какие-то парни приехали, но мы их выгнали. Сказали, блин, что это наш дом. Наш это, наверное, к этим бывшим жильцам. Угу. Бухать приехали. Чувак ехать-то? Так, сейчас посмотрим. Сейчас, короче, надо влево, получается. Сейчас влево. Потом вправо. По бездорожью. Так, дальше. Все, я выехал. Так, вправо. Теперь куда-нибудь надо выехать. Вот. Так вот. Ты где вообще? Я еду. Куда едешь? За Океанск. К мосту еду. Я вниз еду к мосту. А, вниз? Да, там мост, видишь, там снизу вправо. Нафига вниз-то? А? Нафига вниз-то? К мосту. Там же океан, там не проехать. Тут другой путь есть. Блин, не там поехал. Сейчас я немножко не туда. Сейчас я назад сдам. Блин, я тоже немножко не туда еду. Черт. Не, все смиренно, все в порядке. Сломался. Встречки едут туда, куда не надо. О, ты тут же? Привет. Че погодь? Что-то я не знаю, сейчас куда ехать. Сейчас вправо ехать. Дагестанские москвичи. Так, в общем, скорее всего, завтра мы поедем кататься на мотокроссе, в общем-то, на горе. На горе Челенадо. Вот. Думаю, там будет весело. Ну, как думаю. Ой, мы не туда. Куда ехать?
обратно. А, блин, на тот большой мост, да? Да, мы немножко раньше времени пришли. В принципе, мы все равно что сюда попадаем. Потом налево. Сейчас налево точнее. А ты за тобой еду? Я на карту смотрю, я все вижу. На встречку выехали. Сейчас вот. Ого, сейчас я посмотрю, чтобы точно было. Нет, не сейчас. Дальше едем. А, и что дальше? А дальше-то мы как бы это... К моему дому почти выйдем-то. Не-не. Фух, чуть-чуть реха не упал. Все, мы, короче, приехали к тому городу. Вот это этот город. Думаю, сейчас... серию мы назовем Дальняк на Мерси. На Бэхе. А, на Мерси и Бэхе. Ладно. Дальняк на Мерси. Потому что ты его проказил. Да, напишу тачка на прокачку, точно. О, зацени краб. Тачка на прокачку. Тачка на прокат. На прокат, чку. Чку, на прокат, чку. Все сюда. Тоннель. Едем на рыбалочку. Дофига гор. Чем выше гор. И проехали уже 582 километра на Мерседесе. Ого. Я сам в шоке. Вот мы, получается, уже почти в этом городе. Так, в общем, да. Мы уже в этом городе. Не, да, мы уже давно в этом городе. А, нафига мне прямо же ехать. Е-мое, тут, конечно, спуск хороший. Едем на нейтралочке. 100 км в час разогнались. Ты что, куда поехать? Прямо куда? Сюда. Посмотреть на красоту порта. Порту. Воу. Там какая-то трасса. Вот, в общем, тут для нас уже готово. Все. Здесь мы набухаемся и домой уже не вернемся. Да. Тут, походу, проходят заседания. Что, винтовочка? Опа. Чё? Ну, это же МТА, в принципе. Чего вы хотели-то? Вот. Опа. Опачки. Что случилось? Да тачка это. Нет. Поехали сейчас на мост, короче. Точнее, через мост. На мосте остановимся, посмотрим. Там классно вообще сейчас видно. Сейчас едем через мост обратно отдавать, короче, Мерс. В принципе, тут можно вон, посмотреть себе домик, но не маленький все. Ну, дачу, тут маленький, дачу. Тут классный. Дачу посмотреть. Да, дачу. Ну, дача у меня возле надписи Голливуд, в принципе, там есть одна. Ну, все они там уже дачи, кстати. А, да-да. Мы там редко появляемся, поэтому... Оп. Кивает. Не утонул. Да, на мосте остановимся. Это классный мост. Тут кораблик-призрак обитает. Ну, по легендам. Кораблик-призрак. Так, короче, сейчас мы с Сеней здесь заделаем фото на превьюшку. Пока пауза. Итак, в общем, все, мы тут постояли, сделали превьюшку. Вот мы только сели в тачки. Ну и, в общем, едем дальше.
сейчас мы проедем по краю города Сан-Фьера и, в принципе, будем сваливать потихоньку Сантос и отдадим эту тачку. И, в принципе, все, думаю. Там мы закончим. Почему вон тут всякие автозаводы катаются? Помню, были времена, не было денег. Вот автозавод перевернулся. Вот и хороший тормоз умеренно проехал. Вау, как это красиво было. Так, в общем, а дальше-то как? Куда? Сюда. А, точно, мы же по краю едем. Потом направо, короче. Да, все, и потом опять направо. Не знаю, там по краю, по прямой, вот тоже. В общем, дальше я дорогу помню. Вот тут автосалон, в котором Сеня покупал свою бэху. Слушай, смотри, какой домик хороший. Нифига себе. Большеват он будет. Ну и. Да, что может сделать? Но он для еще. Он без этого. Ну, без стоянки, без чего. Неинтересно, короче. На даче да. Нужна за городом, а нафига. Да-да-да, я так пошту. Хоть бы аварийки включали, не до ума. С нами там что едут, человек. Так, медленно заправочку. Меня тоже, кстати. Мерин у нас не заправленный. С той стороны бензобак умеренно. Ясно, все понятно. Чё? С этой. В общем, Сеня пошел меня заправить, а пока пауза. Так, в общем, мы заправились. Едем дальше. На чуханском языке там Сеня с продавщицей поговорит. С кассиршей или с кассиром. Ой, тут ямки. Я не знаю, что она такая, ты здесь знает. Бывший завод Кока-Кола. Да, кстати. Его помыли Кока-Колой. Эх. Тут у нас ямка. Что тормозим мы с тобою? Еще ямка, еще ямка. Много ямок. В принципе, так же дороги, как и в России. Ну, похоже чем-то, на самом деле. Какая-то буковка П, надо будет туда как-нибудь съездить, посмотреть, что за буква П. Ну так тогда надо. Фиг поймешь. Может клуб какой-нибудь. Ты прямо проехал что ли? Да. Что-то я не заметил, куда ты делся. Съехать на заправку, да, я походу. А, что это, я заблудился, ладно. Поймайся. Сейчас на карту посмотрю, я. Ты не через туннель поехал, что ли? Нет, я не могу ехать в сторону. Сейчас по горам поеду. Едь. Твоя же бэха, у меня мерин, ты нельзя ломать. То все. 280 лямов. Ой, что я говорю-то? 20 я хотел сказать. Лямов подам за ним. Ну, в общем, мерин мне стоил на 3 сутки. Порядка 200 тысяч где-то, ну 100 с чем-то. Вот, на 3 суток. Ну, это элитный мерин, элитного класса. Я так взял попробовать, погонять на нем. В принципе, можно будет его попробовать когда-нибудь взять. Вот. Упс. Чё, где встретимся-то? Да там встретимся, там где... Ну куда ты обратно отдашь, короче? У этого, у. Ну там, где будет больше. Окей, в общем едем. Давайте мерим. Мы уже заехали в этот. Лос-Сантос. Теперь направляемся к точке высадки в это. Отдачки. Отдачки, тачки. Которая была взята на я в самых страшных местах то что когда побывал почти в самых страшных местах прямо да можно в заброшенной ферме и не только в ферме заброшенной ну как я там в заброшки всякие съездим посмотрим что такое
Только ехать, наверное, придется на каких-нибудь не своих машинах, каких-нибудь джипах. На всякие. Ага. Просто вдруг там бездорожье будет, все дела. Где правильно еду? Да. В общем, сейчас я отдаю машину, ну и к этому времени, думаю, приедет Сеня. Вот это то самое место. В общем, на этой ноте, вот на джетпаке, мы заканчиваем сегодняшнюю серию. Сегодня мы по сюжету съездили, продали мою тачку. Тут взяли Мерин за 500 почти тысяч. Вернее, за 200 почти тысяч на 3 дня покататься. В следующей серии по сюжету мы поедем на мотокросс, на горы, короче, на бездорожье, на своих кроссовых аппаратах. В моем случае это будет... Сверху, да? Да, на моем случае это будет квадроцикл, в сеньном случае это кроссовый мотоцикл. В общем, все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Саша Тюнинг. Обосредей, всем пока.